Ну, у нас можно приехать в гараж 500 и поставить так вот, вот так вот раму. И накидывать, накидывать, и получится, хоп, вот такое получится. Потому что у вас рядышком, а от вас пока придет к нам. Чем это... дальше, и цена возрастает. Ну, что, ну, что, ну, как визуально-то, чтобы этот... Да бомба машина. Бомба машина. Ураган, да. А в каком регионе она работает? В Кирове будет. Вот он уже как бы, уж сколько раз говорю, одну пятнашку заказал, понравилось, потом двадцатку, и вот сейчас еще раз двадцатку. И вот он уже как бы качество узнал, и сейчас у него там по деньгам получится, он еще как бы еще три закажет. Ну пойдемте, покажу магаданскую машину. Это вот у нас получается для бурятов Шапет 111, тоже будет ассортиментовоз. Это вот Шапет 117, мы хотим рестальная кабина, этот ZF-16, ну тоже как бы будет бомба. То есть это был у нас один эталон, сейчас будет вот этот будет другой эталон, ну, дополнительный. Ну, в отличие от завода, у вас получается сборка-то ручная, по сути. Ну, ручная, да. Автоматизации, может, к сожалению, может, к радости нету. Я думаю, что лучше больше к радости, наверное. Ну, так. Давайте оттуда. Вот такая должна быть капитал. Ну вот, когда она была разобрана, я ее снимал. Это тоже я в YouTube выложил. Чтобы это было видно. Вот она какая техника магаданская. Вот кабину мы им показали, она у кабинчика. То есть вот сама машина. Два бака по 500 литров. И еще плюс к нему, еще колымбак. Надо приварить. Это спецзаказ получается. Это спецзаказ, да. Но у них там и условия. И по воде, и снег, и жара. На самом деле условия очень суровые. Ну, что, по Хабаровске, знаешь, лесовки, знаешь, лесовки все. Не почем это такие, что на солнце лето. Ну да. Евро 2, 50, самый, что не может дать новый... Ну, то есть камень завод. Высока, да? Нет, Каменец мы как бы не ставим. Вот в основном Евро 2, 360 лошадей, Язда. То есть, что можно самим там же в любых условиях все сделать. Евро 4 Common Rail, то, что вот ваши, грубо говоря, вот машины Common Rail, там в Магадане с ними было бы тяжко. То есть там все-таки диагноз и все. Вот Евро 2 самый. Конечно, не помешает его тоже дорабатывать, там тоже еще работы много, но пока самый проверенный такой двигатель. Проверенный, надежный, да. Поэтому у нас в этом плане дорогая, долгая, но качественная. И сейчас пойдемте для этого тоже, который для Волгограда делает, сейчас 515 тоже покажу.